Всем здравствуйте! Хочу поделиться своим отзывом про курс Антонины Брельковой. Я прохожу курс углубленного изучения английского. И хочу сказать, что я где-то второй месяц в группе. Хочу сказать, что мне все очень нравится. Во-первых, про Антонину хочу сказать, что она очень общительная, очень позитивная, открытый человек, с ней просто приятно общаться. Ну, она интересно подает информацию. Вот. Получается, у нас занятия проходят в режиме онлайн через Skype, через демонстрацию экрана. То есть все задания мы видим на экране и сразу по ходу урока их выполняем. В группе где-то от 2 до 6 человек. Если кто-то не смог присутствовать на занятии, может посмотреть запись. Также мы выполняем небольшие занятия, задания дома по пройденному материалу, и затем в следующем уроке их проверяем, разбираем. Вот. Ну, что мне нравится, именно почему я такой выбрала вид, да, обучения онлайн, потому что здесь ты сразу вот что-то делаешь, да, какое-то задание. И если это что-то непонятно, сразу с преподавателем все это разбирается, поясняется. Ну, как бы очень все это доступно, интересно, понятно. И получается, сразу у тебя там в голове откладывается, да, что вот это так вот нужно сделать. Мы изучаем и грамматику, выполняем что-то упражнение на грамматику. И лексику, то есть изучаем каждое занятие, у нас какая-то новая тема, мы ее разбираем, если новые слова какие-то, да, записываем их, учим потом на следующем занятии, отрабатываем еще раз. Также мне очень нравится, что в начале, ну, либо в конце этого занятия мы общаемся просто как бы вживую, да, живым диалогом, можно так сказать. То есть рассказываем что-то о себе, там, как прошел день, о погоде, о природе, там, о детях, о семье. Вот в таком режиме просто друг с другом общаемся. Я считаю, что это очень такой полезный навык, потому что, ну, как известно, чтобы хорошо владеть английским, нужна практика, именно разговорная речь, да, и на понимание, и чтобы научиться думать по-английски. Вот. Что еще? А, еще мы также, мне нравится, что мы слушаем аудиозаписи. Ну, то есть тоже какой-то текст, да, аудио мы его слушаем и пытаемся понять, да, на понимание. Это тоже очень полезно. Вот. Что еще? Ну, в общем, я долго собиралась, долго все собиралась приступить к изучению английского. Ну, раньше я занималась, как бы неплохо так знала, потом был большой перерыв, все что-то мне было некогда, откладывала на потом. Ну, и тут случайно познакомилась с Тонечкой в интернете, и вот она предложила пройти ее курс. Конечно же, я согласилась, потому что, ну, это удобно. Получается, 3 раза в неделю по времени час идут занятия. Мне как бы такая форма обучения очень нравится. То есть вживую я сразу все запоминаю, да, все что-то там записываю. И я точно знаю, что вот сегодня мне там надо час выделить для занятий. Да, и не откладываю там на потом. Ну, как есть такие курсы, знаете, которые просто ты сам там заходишь. Ну, в интернете даже есть, они бесплатных много курсов. То есть ты там что-то на сайте заходишь, какие-то задания выполняешь. Но тут ты знаешь, что вот сегодня там у меня это вечернее время, там 9 часов вечера, будет занятие, мне нужно подготовиться, сделать там домашнее задание, да, что-то повторить. И часок заняться языком. Вот, так что, если вы еще раз думаете, какой вам вид обучения выбрать, долго не думайте, вступайте в группу к Антонине.
Я желаю всем успехов. Всем пока. Goodbye.